Значит, что происходит? Начинаем с Вильфанда. О, сразу присоединились. А что за народ? Начинаем с Вильфанда, значит, который рассказывает об этом циклон, вот эта вся хрень. Потом идем на Кадырова. Кадыров обвинил. И «Новая газета». Потом мне хотелось бы, конечно, дать это самое. Да, привет всем, ребят. Значит, мне хотелось бы дать Айову, но я сам в этом не очень сильно разбираюсь. Но я скажу, что Вайвили Круз, там Рубио и так далее, и так далее. Эмбрионы. Я не знаю, почему здесь эмбрионы меня приблудились. Значит, эмбрионы. Великобритания, тарифы на проезд, если в движении, то проезд по М-11, вот, потом в Таджикистане переименование, вообще тоже не понимаю. Подожди, Айву мы сюда берем, Айву мы берем к Теду Крузу и к WhatsApp. Таджикистан, не знаю, короче, есть две темы, которые я не понимаю, куда верстать. Потом, что Кадыров, про Кадырова я уже сказал, вот она, Кадыров, что? Все нормально. Значит, все заверстали. Не волнуйтесь, пожалуйста. Все будет хорошо. Google стала, Газпром, в нарты, сбережения, Су-35С, Турция. Про Турцию будем долго этот самый болтать, потому что Турция, ну, как бы там прикольная. Интересно. Да. Потом. Только вчера. Девочка Лиза, которая всем надоела, но опять Лиза, потому что ее мать дала интервью. Вот, так, секундочку. Это же мой друг из Керчи, Сережа Пастушок. Ох. Хватит причитать. Так, проценты, сертификат, лекарства. Короче, программа идет нормально. Я не скажу, что мы в большом переборе по темам. Не могу такого сказать. Завтра у нас будет Лексутов, понятно? Вот, поэтому мы завтра будем... Почему камеру? Можно ли тогда? Камеру в горизонтальный режим. Как вы рано так встаете. Во сколько ты встаешь? В 5:15 иногда. Она вообще дрыхнет полдня. 5:15 встает, понятно? Я сегодня встал в 4:40 до будильника. Будильник был на... 5:10, а я встал в 4:40. Нормально. Я просыпалась в 3. Просто просыпалась и вскакивала, и хотела нестись на работу. Да, я проверяла время. Ложимся. Я ложусь лично в 9 и засыпаю в 10. Говори что-нибудь. Во сколько ложишься? Поздно. Например, 12:30? Ну, бывает и такое. Ну вот, пожалуйста, поэтому она молчит потом всю программу, потому что она спит все время. Нет, я не сплю. Я стараюсь в обед поспать. Сколько платят, чтобы вставать в 4? Да я сам готов платить за такие вещи. Зато, серьезно, чтобы меня опускали на радио. Он тебе татарский привет передает. Ты татарка, что ли? Не ври, а ты башкирка? Нет, наполовину татарка, наполовину русская. А, ну, кто башкирка? По большей части я себя считаю русской. Потому что я крещу. А кто башкирка? А тоже мне казалось, что ты башкирка всю жизнь, нет? Ну хорошо. Нет. Она не башкирка. Все.